Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. Я Марихин Сергей. Недавно я просил вас присылать мне свои видеорассказы о том, как у вас происходило вождение, либо происходит обучение вождению. Также недавно я рассказывал свою личную историю вождения, как у меня все это было. И сегодня как бы нашлись несколько людей, которым не безразлично помочь начинающим водителям. Мы послушаем такой небольшой отрезочек, как это все происходит у Айгуль из Башкирии. Смотрим. Привет вам из Башкирии. Права получила в 2017 году. Год не водила. Вот в июле вот-вот начала водить. Было очень страшно. Но скажу, когда рядом муж, страшнее вдвойне. Машина у меня пятнашка. Муж его подарил. Вот. Каких только слов в свой адрес я не слышала мужа. Он у меня посидел. Меня это не останавливает. Хотя он говорит, ты не только обезьяна с гранатами, а обезьяна с гранатами. Ладно. Сразу первый день он начал водить меня в таких очень сложных местах, где много светофоров, где много машин. 3 дня он меня так мучил, где рельсы, на заправку заехали. В первый же день это было очень страшно, столько криков, мне хотел было разреветься, но я виду не подала. И вот каким-то чудом я попала на этот канал Автоинструктор 62. Свою проблему написала, и он ответил, что надо просто делать все постепенно, не торопиться. А муж мой хотел с первого дня из меня сделать шумахера. Через неделю я поехала одна к маме в деревню 20 километров, включила музыку, у меня заглох аккумулятор. Ладно, сосед помог. Второй раз я забыла выключить свет. Нет, я уже 3 раза забываю выключить свет. Вроде я выключаю, но мне муж не учит. Не знаю, 2 пальчиками туда нажимать на включить свет, выключить. Или по очереди нажимать на пятнашки. Я вот это не понимаю. Вот такие у меня проблемы. Но это мне ничего не останавливает. Я настоящий свежий чайник. Это обычное явление для меня. Я бы обклеила всю машину этими наклейками. Ничего. Мой папа всю жизнь водил. У него даже на могилке руль от его машины. Его друзья поставили тут. Я все сделаю так, чтобы я уверенно водила машину. Я не собираюсь бросать это дело. Все у меня получится, и у вас тоже получится. Я тут 2 месяца, можно сказать, ездил. С июля вот начали ездить, сейчас у нас август. Ничего, пусть там пипикают сзади машины, пусть там орут. Не по барабану, я все равно научусь, и вы все научитесь. Всем пока, всем счастливой дороги и легкой дороги. И всегда вам зеленый светофор. Ну вот вы посмотрели такой небольшой отрывочек из истории, скажем, вождения, как это происходит все у Айгуль. Как видите, в этом нет ничего сложного, просто взять камеру и записать. Повторюсь, если вы соберетесь это сделать, тоже прислать свои материалы, то сделать вы это можете. В описании к ролику есть несколько контактов. Кто-то это присылает по WhatsApp, кто-то сбрасывает на почту, кто-то сбрасывает ссылку на скачивание из там Яндекс диска, либо Google диска и так далее, и так далее. Если вы не умеете монтировать, тоже ничего страшного, присылайте так, как есть, я это сделаю все самостоятельно. Ну и помните, что именно ваш рассказ может смотивировать не одну сотню людей, десятки людей, вот, чтобы не бросить. Именно ваша история вождения может впечатлить человека и заставить его продолжать заниматься, не бросать все это дело. Ну что ж, сегодня на этом все. Я надеюсь, рассказ Айгуль кому-то поможет. Айгуль, вам отдельный привет. Спасибо за то, что не побоялись, прислали свои материалы. Я желаю вам, чтобы вы все доучились, чтобы у вас все было хорошо. Вникайте, не сдавайтесь, осваивайте данную профессию.
нюансов очень-очень много. Это только начало большого пути, поэтому все у вас получится. Ну, а я всем желаю удачи, как всегда, на дорогах. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем до новых встреч. Всем пока-пока.